подписан указ о присвоении специальных званий высшего начальствующего состава ряду руководителей территориальных органов, подразделений центрального аппарата и образовательных организаций министерства. Прежде всего, хочу поздравить коллег с этим важным событием. За ним годы напряженного труда, добросовестное отношение к делу на порученных участках и, конечно, немалый вклад вверенных коллективов. Такая высокая оценка главы государства должна стать стимулом к дальнейшему профессиональному росту. Нужно продолжать наращивать усилия в борьбе с преступностью. Не буду сейчас останавливаться на конкретных направлениях деятельности. Каждый в зоне своей ответственности понимает, какие именно вопросы требуют приоритетного решения. У вас достаточно практического и управленческого опыта для того, чтобы правильно выстроить работу личного состава, обеспечить взаимодействие с коллегами из других правоохранительных органов. Рассчитываю, что и впредь будете делать все возможное для повышения уровня законности и правопорядка в стране, дальнейшего развития и процветания России. Слово для объявления указа президента Российской Федерации предоставляю заместитель начальника департамента государственной службы и кадров МВД России, генерал-майор внутренней службы Краснов Виталий Георгиевич. Пожалуйста. Генерал-лейтенанта юстиции, генерал-майору юстиции Лебедеву Сергею Николаевичу, заместителю министра внутренних дел Российской Федерации, полковнику полиции Саржину Валерию Александровичу, начальнику управления МВД России по Смоленской области, полковнику полиции Ситохину Михаилу Михайловичу, заместителю начальника главного управления уголовного розыска МВД России, полковнику внутренней службы Дорофееву Олегу Николаевичу, заместителю начальника главного управления МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области. У МВД. Уважаемые коллеги, еще раз сердечно поздравляю с присвоением специальных званий высшего начальствующего состава. Желаю крепкого здоровья, благополучия, ну и дальнейших успехов в службе на благо нашей Родины. Полковнику внутренней службы Генералову Владимиру Николаевичу, заместителю начальника главного управления МВД России по Нижегородской области. Дмитриеву Алексею Петровичу, заместителю министра внутренних дел по Республике Крым, начальнику полиции. Полковнику полиции Сицкому Андрею Михайловичу, министру внутренних дел по Республике Коми. Полковнику полиции Сицкому Андрею Михайловичу, министру внутренних дел по Республике Коми.